Добрый день всем! Вы у тети Лили на канале. Добро пожаловать всем вот в такую красоту. Опять мы пришли к каким-то красивым лодочкам. Пойдемте прогуляемся сегодня. Сегодня у нас новая прогулка. Я приехала в Ваксхолм. Ваксхольм – это маленький курортный городочек, излюбленное туристическое место для стокгольмцев, для туристов, для иностранцев. Очень много здесь иностранцев. Сюда можно приехать как на своей машине, так можно приехать и на автобусе из города. Можно приплыть на вот таких лодочках, на яхточках, что шведы и делают. Многие шведы имеют вот такие катера, моторные лодки, яхты, которые стоят у них на приколе по 9 месяцев. И потом, вот в такое летнее время, они спешат воспользоваться им, покататься на них, приехать вот в такие курортные места приезжают. Вот в такие красивые курортные места они приезжают просто так, чтобы покушать, пообедать или позавтракать, или просто потусоваться среди таких же, как они, чтобы показать свои лодочки, яхточки и на другие посмотреть. Вот такая вот у них светская жизнь, шведская. Как вы понимаете, все эти яхты, кораблики, лодочки, все это, конечно, не дешевое удовольствие. И они их приобретают, а потом, ну, надо же их выгуливать где-то. И вот в таких местах, видите, они просто балдеют, просто кайфуют от своих лодок. Они за ними ухаживают, они их там натирают, намывают, полируют. В общем, любят свои лодочки точно так, как и любят машины тоже красивые. Сейчас подъезжают два вот таких парома. Я хочу показать, как туда заезжают. Вот тут еще лебеди, лебедей я увидела. Вот. Подъезжают паромы с автомобилями. Это как мост у них такой. Они, наверное, с другого берега. Мы, кстати, тоже так ездили 2 года назад, на машине переезжали на паромчике на тот островочек. Название все не могу вспомнить сейчас. Вот смотрите, как он будет швартоваться. Прям тютелька в тютельку. Открывается здесь шлагбаум. Пешие выходят по своей полосе. Автомобили будут выезжать по светофору. Вот один подплыл, а второй вот уплывает. Отплывает. Два, значит, таких ходят. Название Нина у них. А вот у той Костелла. Вот машинки выезжают все. Как будто игрушечные, да? Швеция – это страна для меня, как будто мультик. Как будто тут все игрушечное. Сидят там они завтракают. Какая красота. Вот такая вот летняя гламурная жизнь у шведов. Здесь есть и водное такси. Можно брать вот на прокат, ну, заказывать как такси маленькие кораблики, маленькие моторные лодки.
и ехать вокруг, вот прогуливаться вокруг островов. Даже можно доехать до Стокгольма, если вы не хотите вот назад уже ехать на автобусе, то вы можете доехать на таком вот катере с маленьким мотором, но это, конечно, будет стоить дороговато, примерно 220 евро, чтобы доехать вот от Ваксхольма до Стокгольма. Вот в такое летнее время, когда такая хорошая погода особенно, то очень много желающих приехать на такие курортные места, в которых очень много, как можно сказать, в Стокгольме. И вот сюда приезжают очень много людей, и поэтому нужно много транспорта, чтобы возить и отвозить людей. И вот водный транспорт любой есть. Даже есть водные автобусы, вот такие большие, как корабли. Сейчас вы их увидите. Вот сейчас подплывает один большой бот. Называется Синдерелла. Я, наверное, его приближу чуть-чуть вот так, чтобы видно было. Вот он подплывает. Это как тоже как трамвайчик отличной. Он едет с центра Стокгольма. Он едет где-то 50 минут оттуда едет Синдерелла. Стоит это 165 крон, чтобы приехать в центр Стокгольма. Есть еще одна лодка, она плывет сюда 3 часа. Я не знаю, по какой или она медленнее плывет, или по какой-то другой траектории она плывет. И стоит она дороже в 2 раза, 300 чем-то крон, около 400. Но вот это вот она полная. Смотрите, она переполнена, вот эта лодка. Сейчас я ее еще приближу. Вот смотрите, она вся переполненная. Она поплывет еще дальше. Кое-кто здесь сойдет. Видите, сколько людей? Очень далеко. А кое-кто здесь сойдет, кое-кто поедет дальше. Давайте я вам покажу, сколько людей плавает на этих лодках. Смотрите. Это они стоят в очереди. Хорошо, что мы не поплыли на этих лодках, да? Хорошо, что мы на машине. А мне дочь моя Аделя и сказала, мама, говорит, не плыви, говорит, на лодке, там, говорит, много народу, ты не сможешь. Ты, говорит, не сможешь. Так, а вот это вот отель. Как он называется? Ваксхольмс? Отель, да? Это самый знаменитый здесь отель. Вот он. Вот он, я здесь еще приближу. Лето. Завтра уже август. Сегодня последний день июля. Подхожу к отелю. Отель Ваксхольм. Сама не знаю зачем. Ну, говорят, что это, как сказать, на везде на фотографиях Ваксхольма, на открытках. Именно вот этот отель, как сказать, визитная карточка Ваксхольма. Сразу видно, что очень старинное здание. Ой, назад машины едут. Какие-то английские машины. Вот. Представляете, на этом отеле взять номер и вот так вот сидеть вон там наверху и смотреть на вот это море, на вот эти подплывающие корабли, на подплывающие ферри. Ой, я половина ферри говорю на шведском. О, я увидела какой-то замок. Сейчас мы посмотрим. Вот это Синдерелла.
Смотрите, сколько народу на ней. Забито, как селедками. Там яблоку негде упасть. А это что ждут люди? Тоже что-то ждут. Вот она, крепость. Давайте посмотрим, как отсюда смотрится это все море. Ну да, величавое место. И вот такая крепость. Ох ты, какой у нее цвет такой. Серый-серый цвет. Это такая крепость, похоже, это в которой снимают вот эти всякие вот эти вот шоу. Мне кажется, она на такую крепость похожа, да? Интересно, интересно. У них все интересно. И как вода здесь бьется. Вода прям бьется. Но такая тут движуха тоже водного транспорта. Аж волны раскачиваются от этих всех кораблей, корабликов, моторных лодок. Вот эти все волны, это от этого идет, от кораблей. Но сегодня ветер хороший. Ветер мне нравится. Обдувает так прикольно. О, смотрите, смотрите на него. А что это? Из Икеи купил вот эту сумку. Пойдем внутрь города. Пойдем до Шармига улочки. У нас половина слов на шведском, половина на русском мы говорим. Это как всегда, все так разговаривают, да? В Казахстане тоже так разговаривают. В Узбекистане тоже так разговаривают. Ух ты, вороны. Ух, непуганные. А этот плотик только для людей, для велосипедистов. Это уже не для машин. Переправа. Так, идемте посмотрим этот городочек. Вот с этой стороны замок. Не замок, а как это называется? Крепость, крепость. Ну, она прям крепость, крепость. Давайте я на большую увеличу, чтобы посмотрели, какие камни на ней. Какие окна. И мне самой будет интересно потом посмотреть, какая она. Вот. Окна. Это очень большое увеличение. Так. О, оказывается, моя сестра говорит, компаньонка моя, что можно было нам тоже прыгнуть вот сюда. Это же бесплатно, да? И запрыгать на него, и вот в эту крепость могли бы мы приплыть. Ну, не будем уже тогда. Мы ее поснимали, эту крепость. Хватит. А вот это вот на воде заправка для катеров, для корабликов. Кто на бензине плавает или на каком там, я не знаю, на дизеле. Вот прямо они могут подплывать к этой заправочке. Ну-ка еще увеличим. Вот. И могут заправляться здесь. Прямо здесь все дела. Все дела. Все тебе 33 удовольствия. Так, я вижу, что что-то тут уже ремонтируют. Я здесь была один раз. Давно-давно уже. И когда в Стокгольм переехали, мы, конечно, уже везде поездили сразу же. В первый же год мы везде по всем достопримечательностям, по таким туристическим местам мы сами поездили, а потом уже приглись в работу и уже работаем. Теперь вот ездим очень редко. Это шиповник вот такой большой, большой шиповник.
когда ты приезжаешь, вот ты ищешь работу, безработная, у тебя есть время, какое-то новое место, можно все обследовать, все новые, все места, ну, посетить, узнать все. Какой-то ресторанчик наверху. А потом ты, когда впрягаешься в работу, о, здесь, смотри, на 4 часа парковка была. Она вся забита. А мы поставили на 2 часа. Здесь внизу магазинчик, а вверху ресторанчик. А в Стокгольме, как и в больших городах, так же, как и в Москве, так же, как и в Нью-Йорке, надо только-только пахать. Только работать. Если ты уже там живешь, то будешь только выживать. Да? Платить за квартиры огромные, неимоверные суммы, за все остальное, за кредиты. В общем, вы сами знаете, как это бывает. Иногда лучше жить в маленьком, да, городке. Вот мы когда жили в маленьком городке, мы жили в 3 городах в Швеции. Вот на севере совсем жили. Ну, там вообще, да? Там вообще можно не работать, на пособие спокойно прожить. Или там на какую-то маленькую зарплату никаких... Нету трат больших, только на еду в основном. А вот уже мы побольше в городке жили, в Евле. Ну, там, ну, чуть-чуть побольше надо, конечно, ну, немного. А в Стокгольме это уже вообще только и работы день и ночь. Что тут все мы и делаем. Вот так вот. Куда? Это куда лестница? Сюда нельзя? Нет, это приватная, нет. Да? Вот какие домики. Домики старые-старые. Деревяшки. В основном вы все знаете, в Швеции, а это какой-то камень, на камне построили. Огромную высоко. Вон там заборы, яблонька. Так, о чем я говорила, забыла, господи. Надо посмотреть. Собачки. Смотрите, тоже вывешивают постель. Вообще, ну, как это сказать, деревня такая. Это типа Сектуны. Я вам уже показывала один раз в марте или в апреле. Я вам снимала одно видео. Я ходила в Сектуну. Это у нас там поближе. Вот, смотрите, мы куда идем. Такие улочки. Я думаю, мы слишком туда далеко ходить не будем уже. Тут все вот так в основном. Фискаргатан. Улица Рыбацкая. Такое название улицы. Сейчас жду, когда моя сестра подойдет. Мы с ней обе снимаем. Васильки. Васильочки. Смотрите на нее. Ах ты. Ой, ну когда ветер дует, прям вообще прелесть. Прелестно. Еще по деревне пройдемте. Смотрите, у них какой урожай яблок. Яблок очень много. Такой зимний сорт. Давайте я вот так приподниму, чтобы посмотреть, что там. Я так отсюда сама не вижу. Я же маленького роста. А так хоть что-то, может быть, узреете там. Узрели? Узрели, узрели, да? Ой, так похож дворик. Надо... У нас такой же был в Узбекистане двор. Ой, как похоже. Аж у меня это ностальгия такая нахлынула на меня. Ну, вот таких обвивающих у нас, конечно, не было. Но, смотрите, это кафе. Это кафе такое аутентичное. Туда можно зайти. Давайте посмотрим, какое здесь меню. Вот такое расписное меню. Есть холодный кофе, холодный чай, какая-то камбуча. Гаспачо. Веганская еда.
пахнет вкусно. Ой, это вот эти цветы, наверное. Смотрите, какие цветочки. Что это за цветочки? Первый раз такие вижу. А вот это розочки, это, наверное, розы так пахнут вкусно. Так мило. Очень мило. Электрические машинки ездят тихо. Ой, это вот эти цветы так пахнут. Это они так пахнут. Бабочки на них садятся, и пчелки. Ой, и розочки тоже. Но вот эти, какой-то интересный запах такой. Ой! Там, оказывается, что-то сидела. Очень мило здесь, мне так нравится. Хорошо, что мы сюда приехали. Даже хоть и далеко, но мне очень нравится. Очень. Я уже сегодня говорила вам, что очень холодное лето у нас, но все равно вот сегодня и завтра будет тепло, и люди, вот как сказать, ждут этого момента без дождя, чтобы выйти на улицу, чтобы куда-то поехать. И мы точно так же, даже если сегодня суббота, думали, народу будет много, но мы все равно вышли. Хочется. Ой, и все равно прячешься в тень. Вроде бы не так уж жарко, но сегодня 24 градуса. По шведским меркам это жаркое лето. Это что? Это такой камень, скала такая. Смотрите. О! А, тут даже четырехэтажный домик есть, я вижу впереди. А где-то двухэтажные стоят тут все на горах. Смотрите, какие камни. Это камень. Один такой валун. Весь Стокгольм на этих камнях, на валунах стоит. Очень красиво. Очень. А это что за дерево? С такими бомбочками. Бамбушки. Ну-ка, увеличивайтесь, бомбочки. Вот они какие. Что это такое? Это каштан. Каштан? Так он растет. Надо же, смотрите, он полностью усеян каштанами. Вот такие магазинчики. И вы видите меня в отражении. Это все, наверное, для этих. Для рыбаков, для... Не знаю, для кого. Для животных. Но я внутрь уже не буду заходить, хотя так интересно. Очень интересно, там какие-то стоят чучела. Очень интересно. Вам интересно? Если вам интересно, давайте я зайду. Все для вас, только для вас. Hello. Hello. Тут интересный запах. Это для рыбаков все, видите? Даже ножи, какие-то молоточки. Интересная вот эта вещь. Смотрите. Ого.
тяжелый, он тяжелый. Здесь вот так вот, наверное, вытаскиваются ножички. Стоит чего? 300 чем-то крон. Я думала 5000. О, а это робот, робот какой-то. Человечек. Я ногой что-то тут пинула. Картина масляная, какая красивая. Стоит 7300. Дорого. Вот 7300. Дорого, дорого. А что? Это искусство. А искусство вам, знаете, не бывает дешевым. Вообще, мне очень понравился этот магазинчик. Мы вышли из магазинчика, а там это муж с женой продавцы. Они были немножко бисвикен. Бисвикен — это значит разочарованные, что мы ничего не купили. А что мы купим? Мы же не рыбаки. Не рыбачки. И вообще тут мы не обязаны ничего покупать. Мы просто вот так ходим. Смотрите, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Написано Rent bike here. Значит, надо, можно здесь арендовать велики. Очень много разных магазинчиков. Платьюшки продаются вот льняные. Все льняное. Здесь все на распродаже. Вот такая вот какая-то, не знаю, что это, халат или что это. Халатики. Как их посмотреть? О, они очень прозрачные. Давайте посмотрим, сколько стоит. Тоже 820, а было 1200. Ну, что-то они не очень-то большие скидки сделали. Сумочки пляжные. Так, что? Будем ждать компаньоночку нашу. Нашу красавицу. Красотулю. Потому что я сама не знаю, в какую сторону идти. В какую сторону идем? Солнце для камеры не помеха, а даже наоборот лучше. Когда на солнышке снимаешь, камера это любит. Конечно, самим охота в теньке идти, но у нас так мало солнца, нам надо его использовать. Обязательно. Врезалась тетенька там в что-то. Вот все вещи, я же говорю, все вот чисто хлопковые. Нету ни одной синтетики. Все хлопковое, все хлопковое. Знаете? Шляпочки там продают. Такой вот Ваксхольм, аутентичный. И шведы молодцы, что они оставляют вот такие места. Смотрите, деревянные домики. Это бар мороженого. Глаз бар. По-шведски мороженое будет глаз. Сейчас обязательно тоже покушаем где-нибудь здесь. На такой красоте надо покушать, а то что? Ну, уже пахнет здесь разными пиццами, всякими вкусностями. Не знаю, что мы выберем.
посоветуемся. Я, конечно, прислушаюсь к своей любимой сестре, сестричке. Ух вы, вороны, ух вы, ходите здесь. Так, а где она, кстати? Где моя сестричка? Что-то я ее... А, вон она идет, она по той стороне дороги, идет по тенечку. Мы должны пойти вон в ту сторону, поближе к выходу. У нас уже заканчивается наша парковка. Мы должны еще успеть покушать за это времечко. Вот так на улице можно купить красивые вещи. Да, смотри, какие красивые. Очень красивые. Давайте посмотрим. Надо посмотреть. Знаете, я могу даже не покушать, но три вещи за 500 крон продаются. Могу не покушать, но буду показывать вам. Это лен. Это чистый лен. Вот такая красивая платьюшка. На меня похоже это платье. Чисто мое. А это, смотрите, леггинсы. Вот с такими этими штучками. Три вещи за 500. Можно купить? Смотрите. Вот такое платьюшко в горошек. Нет, вещи очень хорошие. Мне нравится. И здесь пахнет клубничками. Смотри, какие леггинсы. Такие прикольные. Написано, что итальянская символика. Итальянская? Все из льна, чисто. Все лен, да и хлопок, да? Да, натурально. Но вещи очень хорошие. Можно сказать, недорого. Я знаю, это знаете, кто продает? Это продают пакистанцы. Когда здесь тоже самый первый, во второй год, кажется, да, во второй год, я тоже работала вот так вот со своим одним знакомым. Мы тоже вот так продавали, стояли. Но это было в Остершунде. Это было на самом севере Швеции. Я помню, мы летом тоже привозили, значит, машина такая была. И мы привозили, вот это все вытаскивали, значит, развешивали, раскладывали. Ну, уже все было развешено, просто надо было расставлять. И там все было, летняя одежда. И я говорю, господи, мы же на севере Швеции, кто купит эту летнюю одежду? А он говорит, купят, купят, вот посмотришь. И действительно покупали, потому что цена была хорошая, и людям нравилась цена. Хотя носить уже они уже не смогли бы, эти летние платьишки. Людям нравится маленькая цена. Я не знаю, куда головой крутить, вертеть. Все мне нравится, все. Видите, какие хорошие кафешки. Так, мы вот сюда, наверное, зайдем. Да, сюда. Лабриса. Тут, оказывается, надо заказывать заранее. Не знаю. Может, мы просто возьмем вот такие какие-нибудь, вот такие, например, раковые с креветками. Это вроде как. Очень, кстати, аппетитно выглядит. Можно и такие заказать. Круассаны с сыром. Пироженки. Jättebra, tack så mycket.
Так, мы заказали еды. Видите. И мы сказали, чтобы нам побыстрее сделали, потому что мы торопимся. Ну что, приступим к нашей еде. Здесь красная икра. Красная икра, укропчик, сухарик из Кагерера. И лимончиком польем сейчас. Hallo, der Upplagern, de tittade inte här. Det blåser bara ner. Ja, de var här, men de tittade inte här. Nej, här. Jag vet inte. Men hon kommer någon morgon. Det ska börja njärn. Ja, den blåste ner. Det är такой помощник, да? Благородная фея. Я все замечаю. Верочка на меня похожа. Сейчас следом. Вкусная рёра, да? Вот так погуляли мы сегодня с вами по такой красоте. По летнему Стокгольму. Остался еще один месяц лета, который мы должны использовать по полной программе. Всем моим дорогим зрителям желаю всего самого хорошего. Поставьте мне пальчики вверх, не жалейте вот за такую красоту. Если вы поставите мне пальчик вверх, то у вас вот такая яхта будет Абрамовича. Всего хорошего. Пока. Всех люблю.